Эх, рыбалка, рыбалка, рыбалочка. Тра-та-та-на-та-та-та-та-та. Всем привет! И вот снова мы прилетели на рыбалочку. На то самое озеро, где и ловили, думали сегодня с утра поехать еще там на одни озера. Но решили не рисковать. Здесь как-то уже посвободнее себя чувствуем. Рыбу здесь ловили. Вот такая обстановка сейчас. 7 часов еще нет. Ловиська закрыта. Рыбаки стоят в очереди, чтобы занять лучшие места. Рыбаки подъезжают и подъезжают. Все. Пошло, пошло дело. Пошло дело. Ага, тут какой-то хитрый дядька уже сидит. Ну, мы сегодня, можно сказать, короли. Первые почти заходим. Озеро пустое.
День добрый. Ох, красавчик. Ты видел, караси уже он выпрыгивают, смотрят, пришли рыбаки или нет. Мое место свободно. Да я сейчас себе тоже лавочку принесу. Стояла что-то. А, ну да. Ну не забули, в машине ж просто оставили. Забули б себе, если б дома воно осталось. О, то была проблема. Ай. О, класс. Роса утренняя. Для ног полезна. Бомба. Так, там еще сидит гусеня. Да, сидит. Ох, там карпы вон тоже. Карпы гуляют. Да, ну тут в этом озере карпов. Я тогда прошелся, поснимал. Их тут, блин, тьма. Стаи целые. Так, ладно. Надо брать себе лавочку. Полчаса прошло где-то. Вот такая уже обстановка на озере. Людишки, рыбачишки прибывают и прибывают. Даже пацаны вон приехали с нашей стройки, видели наши уловы, и вот не выдержало рыбацкое сердце ребят, приехали тоже. Погода пока бомба, солнце уже не греет, а прям припекает. Хотя по прогнозу стоят ливни по Быдгоще местами. Ну посмотрим. Не хотелось бы, конечно, дождя. Кстати, да, вот сосед моего коллеги две таких уже вытащил, красноперочки. Хороших таких, трофейных. Вот это пока что видели. Так. Андрюха, выволок. Лаптя, как всегда. Первый пошел, как говорится. Разрыбился. Это хорошо. Ждем симы. О, Андрюха второго уже, блин, валит. Так, ну вот и я наконец-то разловился. Так, блин, он отцепился. Конечно, интересно было бы посмотреть. Ну, походу... Походу на кукурузу я так. На кукурузу у меня походу взял. Вот такой вот карасяндер.
мощная поклевка такая. Можно теперь и садок намочить. Вот так вот Андрюху там на поплавочку мучал какой-то рыб. И наконец-то он его поймал. И это был окунь. Я в принципе так и думал, что это окунь. Ну теперь он в садке. Так, а я сейчас хочу попробовать пружину закинуть вот туда, в тот угол. Как бы провести свой такой эксперимент. Так, не знаю, в общем, как это назвать. Актом доброты со стороны польского народа или это. Коллега по рыбалке, он сидел, пришел, мне отдал, в общем, свою рыбу, которую он поймал. Три таких красноперки добротных. Бомба. Снова подарки. Подарки на рыбалке. На прошлой рыбалке карпа подарили. Хотел купить, отдали бесплатно. Так, пока коллега, он ходил к машине, подстраховал его, вытянул карасика и окушка. Ну, на данный момент вот это сейчас у Андрюхи поклевка была, а так в основном все сидят. Чтоб кто-то ловил рыбу, не вижу. Это ж такое. Такая рыбалка на таких озерах. Так, вот так сработала моя пружина наконец-то. Вот такой едовой карасик взял на червя. А коллега, он плотвичку вытянул. И только что, кстати, видели, как так гульнула такая рыбище. Стоять. Так, отличилась поплавочка. Вот под берегом с 3 метров где-то так от берега взял едового. А на кормушке, блин, походу мелочь долбит червя за концы. Засечь, ну, просто невозможно, блин. У коллеги то же самое. Так, по поводу обстановочки, вот так вот на данный момент. Сейчас уже 9:30. Чтоб было много рыбаков, не скажу. Как-то сегодня так спокойно. Ну, тем не менее, все же опять, судя по разговорам, слышу, что одна Украина здесь находится. Все с Украины. Некоторые уже вон приняли на грудь. Неплохо.
нецензурная лексика идет на все озеро. Ну, наши есть наши. Везде отличаться. Так, и снова сработала убийца карася. Хороший такой карасюка взял. Зацепил я коллегу только что, вытянул его тоже, перекинул. Ну ничего, распутались быстро. Вот такой красавчик. Так, сработала пружина опять. На червячка взял едовой. Куда ты, куда ты? Ты в крепких руках, товарищ. Все. Очередной. Под 12 часов вот такой вот карасик взял на пружину. Красный червячок опять сработал. Да, клёв, конечно, сегодня вообще такой вялый-вялый. Непонятно почему, но так и есть. Обстановка на 12 часов такая вот. Те, кто с утра был, половину разошлись. Сейчас вот это уже новые рыбаки с женами поприезжали. Там вообще пусто. Пацаны наши остались. Пару рыбачков. Там тоже пришла вот семья с детьми, с малыми. О! Нормальный лапоть. А ну, может, в обеденный перерыв пойдет клевчик. Так, опять пружина и опять на червячка. Это уже после 12. У Андрюхи только что на поплавочку. Что-то такое, да, клюнуло. Говорит, даже не поднял. Оборвало, блин, крючок с грузком. Печалька, конечно. Интересно бы было посмотреть, что это за монстр там такой клюнул. Карасик. Блин, только что наблюдали. Там малыш сидит в углу, где кувшинки. Такая ситуация. У него удочку украло что-то. Походу, блин, карп. Потому что он как пошел, блин. Прям волна такая, блин. Лупанула, блин. Мальчик там испуганный такой, не понял, что случилось вообще. Оборвало ему, короче, все. Так что вот так вот. Да и сегодня мы наблюдаем, да, тут гуляет рыба так посередине, как вывернется, блин. Да по-любому
По-любому не карась. Людишек еще вон подошло. С детьми. Шашлычок. Выходной, в общем, у людей. Уикенд. Все отдыхают после трудовой недели. Так, снова пружина сработала, моя самодельная снасть. Опять карась. Опять карасик, карасик, карасик. Опа, пошел. Да, рыба крупная здесь есть. Видно, как ходит. Андрюха тянет. Вот так вот, отлично. Это уже после 2 часов получается, да? А у Андрюхи опять обрыв был на поплавочку. Что-то опять взяло такое. Гигантское. Блин, 3 часа сидим. Сидим, только наблюдаем поклевки. Трогает, трогает, ничего не хочет брать нормально. Вон ребята наши со стройки уже тоже собираются домой. Только что подходил, говорит, 2 кг себе возьмем, остальное, говорит, хотите, забирайте. Сейчас, наверное, принесет нам. Ну да, он уже несет нам. Хотя у нас уже тоже рыба так нормально. Нет, только вот так, вот так, вот так. Есть? Есть. Так, ну... Туда до берега вода. Нет. Снимай, снимай. Белый амур, походу. Смотри, куда он идет. Смотри, смотри, куда. О, да сюда. Вот туди прохизали, да сюда. Зараз телефоном память скинчится, пока ты его вытянешь. Ну так хоть будет память. Надо показать его мне, да? Да куда ты поднимаешься? Где я туда? Выйди, леска 0,25. Пішов. Вон туди пішов. Вертається. Ні, дай так. Це а ми воздуха не закопало. На інтернеті куди-то.
снимают видео, ребята, тоже это. Интересно, конечно. Это мы на колоссе. Что, потянуло обратно? Вот, да, да. Главное, чтобы она в воздухе копанулась. Да, да, сейчас. Смотри, как ходит, да, сейчас? Сейчас попасть. О, а ну-ка. Не-не-не-не, не, она не поддастся. Как будет ее гонять и стахнуть. Бля, юдочки мои перекинь через. О, пошла. Ох, ё! Та то сачок за маленький. Ого, для ста. Ну як вам вийти тут? Дайте вам шукати, так. Ні, він пішов туди. Дайте вам, так що, там, у рибі. Ні, зайшла в тен. Паланур хороший. Але пустані. Дайте так. Ну ты не залез. Нет, ну не залез. Да, ты не залез. Да, ты не залез. Да, ты не залез. Да, ты не залез. Да, да, обидно, досадно, но ладно. Взять, конечно, можно бы было бы попробовать заморить его еще, если бы, блядь, не у тебя сраные доски. Что оно за доски долбаные? Зашел туда и оборвал мне все. Ну, ловим дальше карасиков. После амура третий уже. Не ловились, не ловились. Теперь, блин, не собьют они мне оскому. Ёлки-палки. Четвертый после амура. Да, накричал я на удочку с пружиной, она, оказывается, отрабатывает. Ого, как амура зацепила, и в основном на нее все караси сейчас и идут. Вот так вот. Пятый после амура. Сработала наконец-то убийца карася. Пустая, он высосала все. И карась такой, блин, добротный взял. Вечерочек. Народу уж не так-то и много осталось. Ну, еще есть. И снова сработочка на убийцу карася. Взял на червячка вечерний карасик.
Хороший. Куда-куда, из моих рук ты уже не вырвешься. В садок. Так, и это, наверное, будет последний. Уже начало седьмого. Потихоньку надо собираться. Карасяки, которых нам подогнали пацаны. Сейчас мы их заделим с коллегой. Тоже такие как раз едовые. На жарёшку. Меленькие такие. Ух. Красота. Вот, разделили карасиков. Вот поскольку получилось. Штук по 12. По весу где-то, может, с килограмм. Пойдет. Ты что, кабасики у тебя тоже нормальные? Не, ну, есть кабасики, да. Окуша взял хорошую. Понятно. Вот так. Пока я удочку слаживал, мини-коллега щей на мою удочку последнего, заключительного такого лаптя вынял. Вот так вот. Что ж ты, карась? Глупость такую сделал. Я уже собирался уходить. Ну, теперь уйду с тобой. Вот так вот закончилась рыбалка. Нормально, да? С подарочными, блин. А ты с красноперками, да? Да, ты ж дед мне подарил. Три штуки, да? Красноперы. Дырки. Лапки. Ну. Красавцы. Покушали? Да. Бомба. Диви, він тоді три підряду таких увалив. На оцю ж, блин, кукурузу. Що в мене білий амур клюнув на неї. Тоже лапки є, що це хороше. Это уже серьезная рыбалка. Мы каждый раз, да? Все, блин, это. Ух ты, ё-моё. Ну, все. Рыбалка закончилась. Идем на взвешивание.
2 килограмма. Молодец. Так. Три 540. На спредаж нема, так? Нема. Так. Ну, всего. Отрыбачили. Так, отрыбачили. Может быть, в последний раз здесь. Посмотрим по работе. Если задержимся еще на неделю, то может приедем. В общем, вот такая вот была рыбалка. Вот такой, короче, получился полный улов с подарками и призами. Вот такую красноперку дедуля польский отдал. Говорит, я на карпа приехал. Такую не беру. Отличная. Вот сейчас на засолочку пойдет. Ну и пацаны мелких карасей отдали там. Где-то по килограммам мы с Андрюхой разобрали себе. А так, в принципе, то, что я поймал, тоже нормальные есть такие лаптюки караси. В общем, рыбалка прошла нормально. Если бы еще вытащил белого амура, того, бля, то был бы вообще кайф.